Ведущие солисты Большого театра Ширин Маматова, Умид Исраилов, заслуженная артистка Республики Узбекистан Надира Хамраева и Улугбек Алимов.
Музыка, подобно дождю, просачивается в сердце и оживляет его. Именно об этом композиция «Ноябрьский дождь» из репертуара известной группы Guns N' Roses. Long time to try to kill the pain.
on my own. Sometimes I need some time all alone. Everybody needs some time all their own. Don't you know you need some time all Все люди живут в мире. Ты мне скажешь, что я мечтатель, но я не одинок. Imagine
спектаклях жизнь как на ладони. И все откроется в конце. Кто был злодей, а кто героем с ужасной маской на лице? Театр, театр, как много значат для нас порой твои слова. А как же может быть иначе? В театре жизнь всегда права. He came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Our strange duet, my power over you grows stronger, yeah. And all you've done for me to grasp behind the bosom of the opera is who have seen your face draw back in fear. And the mask you wear, it's me with your spirit and my voice in one combined. The phantom of the opera is there inside my mind. Both in you, and in this labyrinth, the light is blind. The phantom of the opera is there inside my mind. Sing, my angel of music. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море,
вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли, море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прилой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малым вместе с собой. Заслуженный артист Республики Узбекистан, народный артист Каракалпакстана Джанисбек Пиязов. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что на экранах в течение этой песни, в течение всего концерта используются репродукции Ивана Айвазовского, импрессионистов XIX века, а также фотоработы журналистов и фотохудожников современности. Я думаю, что вы уже отметили, что главный лейтмотив сегодняшнего концерта — это любовь. Любовь к миру, любовь к гармонии во всем. И наша следующая композиция, как никакая другая, отражает эту тему любви к нашей планете. Shed before, did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? To the world,
look what we've done. What about all the peace that you pledged, you only signed? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the people that from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shores? I used to dream, I used to glance beyond the stars. No, I don't know who we are. Oh, don't be a dream before. Девиз концертов проекта Open Music – «Мы за живое исполнение». Я хочу отметить тот факт, что все средства от концертов, которые происходят в городе Ташкенте, проекта Open Music, идут на поддержку симфонической музыки, к открытию новых талантов среди артистов живого исполнения. Автор и генеральный спонсор проекта Open Music – компания Sotis Ages.
Ташкент, вы хотите продолжение? Маэстро, слово вам. Оркестр, молодежный симфонический оркестр Республики Узбекистан, симфонический оркестр Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи, маэстро, заслуженный артист Республики Узбекистан Камалетдин Урунбаев, объединенный хор молодежного симфонического оркестра и Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи. Thank you.
Летом этого года начались гастрольные туры по городам Республики Узбекистан. Национальный симфонический оркестр Республики Узбекистан посетил в июне города Ферганской долины, дав ряд живых концертов. Эти концерты зарядили энергией зрителей в Андижане, Фергане, Коканде и Намангане. Через несколько дней начнется новый гастрольный тур Национального симфонического оркестра, который даст бесплатные концерты в городах нашей страны: Джизак, Гулистан, Самарканд, Бухара и Наваи. И я уверена, что это станет настоящим музыкальным событием для любителей и ценителей настоящего искусства в этих городах. Canım gel, 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 canım
Спасибо вам огромное! Ташкент, мы любим тебя!